Следы когтей. Больших. Они свежие. Напал медведь. Я уверен. Conspecto hominum quales dilexit, ego sum verite, qua tam amas de qui erigit, ma
расшили гнездо. Sessionum in penultime est in session. Quod summonum hominum hic ponte hominum. Заплатишь! Ah!
Тут полно сокровищ! Ну же, помоги мне! Эй, я сам не справлюсь! Подойди-ка сюда! Помогите! Бери, не хочу! Дай моими глазами, Сюнин. Только с той стороны. Эй, я сам не справлюсь. Вижу сокровища. Помоги мне скорее. Thank you.
Эй, подойди-ка сюда! Thank you.
Этот мальчишка так высоко залез. Рыбий плоха, ну, давай! Хватит, балбес! Если он убьется, Бог тебя накажет! Он свалится! Боже, не могу смотреть! Храбрости, наконец, наберусь! Он так храбр, как юный король Альфред! Башку себе расколет, как яйцо! Высоко! Что ж так высоко-то? Коль умру, пусть знает, что я люблю лишь ее. Я докажу ей свою любовь, хоть ценой жизни. О, высоко! Что ж так высоко-то? Коль умру, пусть знает, что я люблю лишь ее. Ты зачем так высоко забрался? Не лезь! Я достану этот цветок. Она узнает, как я люблю ее. А ты смелый малец. Даже если меня расплющит от удара о землю, как сливу. Сейчас только отдышусь. Залезть сложно. Надо припоясать чрево. Чрево, да? Хочешь, я достану цветок? Будет жаль, если такой храбрец сгинет раньше срока. Ну, если настаиваешь. Но я и сам мог бы его сорвать, чтоб ты знал. Промахнулся, промахнулся. А ведь на его месте мог быть Эсвер. Боже правый! Видали? Господь послал ему ангела! Все кончено! Если б я знал, что это так легко... Ты бы сделал все сам, рискуя жизнью. Но великие люди знают цену геройству. Что ты сделаешь с этим сокровищем? Это ей. Все ради того, чтобы она меня заметила. Этельфледа, что нужно сказать мальчику? Спасибо за цветок. Он очень красивый. Теперь мы помолвлены. Когда вырасту, стану великим королем, а ты моей королевой. Что скажешь, дочь? Как думаешь, хороший жених? Он так рисковал, чтобы признаться в любви? Я расскажу королю, что ты просил руки нашей дочери. Когда ты чуть-чуть подрастешь. Что ж, идем. Принцессе! И теперь мы помолвлены. Это не так делается. Нужно взяться за руки и бормотать. А еще мы... Thank you.
Что это? Отдай мне драгоценность Альфреда, а не то я помочусь в твой пруд. Богом клянусь, ты за все ответишь, вор и обманщик. Отдай мне. Condemnabitur inconvenientes calciamenta sunt mihi. Pono autem. Ада, покайтесь, или будет... Эй, ты! Дан! Тебе нужно спастись! Thank you.
Опять суматоха. Эй, постой! А убьет тебя! Мне тут нужна помощь. Сюнин.
сюда! Сюда, на помощь! Сюда! Мне тут нужна помощь!
Помогите! Нашел добычу! Эй, я сам не справлюсь.
Что там? Драка? Кусты. Верно. Добро пожаловать в гнездо воронов. Здесь славно солнечный луч. И народ разный, и простаки, и сумасброды. Прямо как дома. Ты есть дома. Устраивайся, привыкай. Уже скоро мы отправимся в путь. Ладно. Выпью, поколочу кого-нибудь по-дружески и буду готова. Мне нужно сделать пару изменений. Все? Мне по... Эйвор, ты видел Воллиса? Петра, что случилось? Мой брат. Он должен был вернуться еще давным-давно, но его все нет.
Обычно он так не поступает. Я хочу разыскать его в лесу, но боюсь, что одна не справлюсь. Поможешь мне? Вдвоем будет проще. Идем. Есть идеи, где лучше начать? У Питерборо. Там он покупает припасы для работы, а иногда разбивает лагерь у перекрестка на полпути. Пройдем по его пути. Надеюсь, он не наделал глупостей. А с ним такое бывает? Нет. Потому-то я и волнуюсь. Ты же помнишь, как мы его нашли? Помню. Белый олень привел тебя к брошенному младенцу. Рука судьбы. Вот именно. Будто так его передали от одного защитника другому, словно дитя среди тростника. Он расположился где-то рядом. Если так, должны быть следы. Эйвор, иди сюда. Инструменты. Если они принадлежали Валюсу, зачем он вынул их здесь? Ведет под землю. Неизвестно куда. Будем осторожны. Петра, посмотри ему в глаза. С ним точно что-то не так. Странно здесь пахнет. Аж голова кружится. Но что это может быть? Что-то знакомое, но вспомнить не могу. Точно не запах смерти. Пахнет даже немного приятно. Одежда Уоллеса. Штаны мокрые. Похоже, обмочился. Уоллес был здесь. Кажется, готовил еду. Здесь кого-то ранили. Думаю, ножом. Боже, Эйвор! Эйвор! Быстрее, сюда! Что ты нашла? Эйвор, он был совсем рядом. Уоллес? Белый олень. Тот, что много лет назад привел меня к Уоллесу. Он был здесь, я видела. Ты уверена? Да, конечно же. Он вернулся. Наш хранитель вернулся и вернулся. Петра, где же ты? Эйвор, сюда! Я тут! Петра! Ау! Мимер, помоги. И она пропала. Он знает, где Петра. Мне жаль тревожить тебя, господин. Эйвор, рад видеть тебя. Ты то о таком рассказывала, Петра?
Конечно. Взгляни на меня. Надеюсь, ты сможешь мне помочь. Петра потерялась. Мне нужно найти ее до заката. Нет, нет. Петра не потерялась. Она рядом, совсем рядом. И ждет тебя. Иди за мной. Значит, ты хранитель этого места? Хорошо ли тебе живется? Тут, среди холмов и долин Мерси. О, вполне терпимо. Я ем, сплю, забавляюсь. Мне всего хватает, и я наслаждаюсь каждым мгновением. В общем, неплохо. А что это вы с Петрой делаете в лесах? Может быть, охотитесь? В каком-то смысле. Мы ищем ее брата, Воллеса. Она прождала его весь день. О, ничего себе! Где же он может быть? Вот уж точно, где? Ха! Петра рядом? Боюсь потерять ее. Вот только что была здесь. Что? Что происходит? Мне пора. Сейчас, немедля. Прочь! Воплощение Сутунга! Что вы сделали с Петрой? Я знаю, где искать Криса. Да! Его след ведет туда. Петра, я встретил твоего друга, белого оленя. Но он исчез, прежде чем я нашел тебя. Он явился тебе. Ненадолго. Я говорил с ним, а потом он растворился в воздухе. Жаль, если честно. Он мне понравился. А, смотри! Какой странный сейт, Петра. Где ты? Эйвор, я тут! Наверху! Петра, как ты это делаешь? Легко. Стоит только захотеть, и все получится. Это так же просто, как ходить. Попробуй. Опять? Петра, как? Но смогу ли я, Петра? Конечно, попробуй. Просто беги вперед. Нет, 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 нет! Перебор! Перебор! Вот это да! Ты прямо как твоя Сюнин. И ни царапины не осталось. Ну, пойдем. Воллес, наверное, там. Ты уверена, что Воллес здесь? Никого не вижу. Да, здесь. Спросим у кроликов. Они точно что-то знают. Верно. Кролики. Мы здесь уже были. Где-то тут на нас напали волки. Да. Надеюсь, их духи не гневаются и не захотят нас разорвать. О, нет! Духи волков пробудились! Здравствуй, Белка. Прости за беспокойство, но не видала ты моего брата, Волоса. Петра, быстрее! Олень вернулся.
тогда? Я вижу. Вперед, Эйвор, за оленем! Нет, нет, прошу, не исчезай. Не сейчас. Нам нужен Воллис. Нет, нет! Постой! Стоп, мы дома. Значит, мы просто ходили кругами. А что мы там высматриваем? Воллис? Башка ты каменная! Мы тебя обыскались! И вот он я, отдохнувший и готовый к труду. Где ты был? На обратном пути моя ноша была тяжела, шел я медленно, пришлось делать привал. Я набрал грибов для похлебки. В общем, веселые были грибы. Я будто спятил, содрал одежду, бегал где-то, проснулся в лесу голый и в синяках. Пришлось прокрасться голышом домой, взять одежду. Теперь вот я иду за инструментами. Грибы. Значит, олень был просто сном. Может так. Но не отвергай сны. Они часто значат больше, чем явь. До сих пор слегка ведет от грибов, но приятно. Было весело. Может, потом повторим? Только без грибов. Можно. Но надо спросить разрешение у кроликов. Ой, Гудпан, один из наших? Я знал, что Валка ошиблась. Рандви здесь, как всегда. Пора узнать, что на самом деле мучает народ Эдит. Эйвор, есть время? Покажи, что там впереди. Ерунда! Нет там ничего сложного! Да ты и прав.
Скажи мне. Просто-напросто не понимаешь всех тонкостей. Только потому так и говори. Просто-напросто не понимаешь всех тонкостей. Только потому так и говоришь. Что ты видишь, Сюнин? Что видишь, Сюнин?
понимаешь всех тонкостей. Только потому так и говоришь. Смотри, Сюнин. Сюнин, укажи путь. Замечательно. Спасибо тебе за это. Дай взгляну на товары. Что, все? До встречи, Эйвард. Нужна твоя помощь, Сюнин.